Добрый день! Рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня хотел бы вас познакомить с очередной серией наших станков, круглофрезерным станком серии 757. Данный станок произведен по последним инновационным технологиям. Весь цикл от проекта до запуска станка производится на нашем заводе. Ну и давайте сейчас рассмотрим, из чего он состоит, поподробнее. Данная серия отличается высокой точностью, высокой производительностью. Режим работы данных станков может быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Охватывает широчайший спектр круглофрезерной обработки, начиная от мебельного производства, производства балясин, ножек, колонн, статуй, заходных столбов, так и изготовления пресс-форм из пластика, алюминия. Теперь мы рассмотрим конструктивные особенности данной серии станков и посмотрим, что у него внутри. Отдельно бы хотелось отметить раму станка. Станки данной серии имеют мощную раму, которая изготавливается из профильных труб 140 на 140 мм, с сечением стенки 10 мм. Конструкция рамы имеет высокую жесткость, что обеспечивает станку устойчивую к нагрузкам динамического и статического плана, а также к разного рода вибрациям в процессе работы. Обработка площадок для установки направляющих производится по новейшим технологиям на обрабатывающих центрах ЧПУ. Данный способ обработки позволяет фрезеровать поверхность, сверлить отверстия и нарезать резьбы за одну установку. Наличие приведенных особенностей в данной серии позволяет достичь высокой точности работы промышленных станков при круглосуточных режимах резки. Координата Y и ось Z изготовлены также из профильных труб с большим сечением стенки, что повышает жесткость станка. На портале установлены дополнительные меры усиления, что повышает точность, надежность, а также позволяет работать на более высоких скоростях без ущерба для станка и качества получаемых изделий. Хорошие станки начинаются с хороших комплектующих. На станках серии 757 установлены рельсовые направляющие фирмы Хивин с сечением 20 мм. Данный тип направляющей обладает такими характеристиками, как плавность хода, высокая износостойкость и точностные характеристики. Данный тип направляющих устанавливается на станки и увеличивает их жесткость и точность обработки. Перемещение осей Z и Y осуществляется за счет винтов ШВП высокой точности. Данный тип винтов предотвращает появление люфтов, обладает хорошей плавностью хода, высокой износостойкостью. Диаметр винтов 20 мм. Это позволяет обрабатывать на станке твердые материалы, такие как алюминий, камень, все виды пород дерева. По оси X установлена косозубая рейка. Данный тип перемещения позволяет обрабатывать на высоких скоростях без потери качества изделий. Перемещение по осям осуществляется за счет шаговых двигателей высокой мощности. Крутящий момент данных двигателей 12 ньютон на метр. По оси X установлена косозубая рейка. Рейка установлена по всей длине, что обеспечивает стабильную работу станка при высоких скоростях. Это отличие между винтами ШВП. На больших дистанциях винт ШВП может создавать вибрации, из-за этого скорость обработки может быть ниже. Косозубая рейка без потери качества и плавности хода обеспечивает стабильную работу даже на высоких скоростях. В движение токарную координату приводит шаговый двигатель и червячный редуктор. По желанию, за дополнительную плату можно установить планетарный редуктора, что позволяет работать с более твердыми материалами, такими как мягкие металлы и камень. Также на данную серию станков возможна установка поворотного шпинделя, что делает его уже 5-координатным, и на нем можно изготавливать статуи, сложные мастер-модели, которые имеют отрицательные углы и подтрунение. На данную серию станков можно установить шпиндель с автоматической сменой инструмента. Это упрощает работу оператора и делает обработку в несколько раз быстрее. Блок собран из комплектующих мировых производителей, которые доказали свою надежность временем и работой. Также блок имеет надежную защиту от электромагнитных помех, что делает работу станка стабильной и надежной. Программное обеспечение имеет русскоязычное меню, интуитивно понятное, что дает возможность новичку разобраться в нем довольно-таки в короткие сроки. При приобретении нашего оборудования на территории завода нашими специалистами проводится вводный курс обучения. Занимает по времени он в течение дня 3-4 часа. Понятно, что за такой короткий срок невозможно впитать в себя всю информацию, все тонкости работы на ЧПУ станка, но не расстраивайтесь.
Технические специалисты нашего завода всегда готовы и рады вам помочь в решении разного рода задач по удаленному доступу, по телефону. То есть всегда к нам можно обратиться, и они подскажут и расскажут. Даже можно произвести повторную настройку оборудования при помощи удаленного доступа. На данную серию станков установлен профессиональный промышленный шпиндель. Мощность шпинделя может быть от 3 кВт до 12 кВт в зависимости от поставленных задач. Рабочее поле станков в диаметре может обрабатывать 300 мм. По вашему желанию можно увеличить диаметр обработки до 500 мм. Длина обрабатываемая начинается от 1200 мм и может достигать до 12 метров. Давайте подытожим. Данная серия станков подойдет для тех, кто уже давно работает со станками ЧПУ, хочет расширить возможности своего производства, так и для тех, кто только начинает ознакомление с данным видом оборудования. Для вас это будет хорошим другом и помощником в вашем бизнесе, либо в вашем хобби. Подписывайтесь на наш канал, поддерживайте отечественного производителя. Будем рады видеть вас всегда на нашем канале. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всех благ, удачи!